строительный мусор, это не проблема. То есть как бы никто не возмущается. Да, строительный мусор, он как раз подходит, да. Да, вот тут же я, когда КамАЗ проезжает на машине, я Настя, а что вы собираетесь делать? А вы что, нельзя вычеркнуть? Не, конечно, нельзя. Вы что, не знаете, что здесь штрафы сейчас платят? 2500 гривен. Сказали, что 200 гривен. 2500 гривен платят штрафы. 200 гривен вычеркнуть. Смотрите, я заснял ваш номер машины. Ну, хорошо, я еду. Я заснял ваш номер машины, все. Значит, смотрите, следующий, кто будет приезжать, тут образовался комитет улицы. Будут реально проблемы, чтобы мы там не портили ваше имущество, ничего. Потому что я вам объясню. А я отсюда выйду на свалку. Да, смотрите, я вам объясню. Эти рапаны, настолько воняют, что их ночью спать невозможно. Открыто окно. Не, я вам честно говорю, просто, чтобы вы на меня не обижаетесь. Все, спасибо, что понимаете. Направо, еще раз направо, на трассу выйдет. Все, удачи вам.